Привет, привет, привет. Вау, это что такое? Это... Девчонки, пожалуйста, не раздевайтесь, пока быстренько выбросите эти картоны. Я уже половину выбросила, там осталось чуть-чуть. Это у нас после кровати, сразу надо выбросить. Сегодня приедет машина за картоном, поэтому... А кровать они тоже забирают? Тебе не холодно так? Нет, они... Нет, кровать они не забирают, только картон. А почему ты это выбрасываешь? А зачем нам это надо? Потом еще сделаете. Где она будет храниться? Потом сделаете. Что, на целый год будет лежать, что ли, коробка? Тебе помочь? Все, давай. Не холодно, Ксюнь? Нет. Давай. Спасибо. А мы... Ой, чуть не хлопнуло. Так, а мы теперь... Мне сегодня нужно уборку сделать. Вчера так и не успели после этих кроватей. Не нужно теперь. Теперь не знаю, куда вот этот стол деть, а он нам так нужен. На нем так удобно девчонкам видео снимать. А здесь места совсем мало. Такой бардак здесь теперь. Там у девчонок теперь чистенько, все хорошо, а здесь вон что творится. Вот, а здесь так светло теперь стало, да, ребят? Прям вот заметно очень. Прям светленькая комната такая. Сегодня попробуем, постараемся съездить в Икеа и купить такой же шатер, еще полочки сюда. Он сегодня приедет, у нас раз в месяц приезжает машина и забирает картон. Поэтому сегодня все выкидывают картон. Тут у Ксюшки прям зоопарк целый. Зверинец везде. Одни животные. Все? Спасибо. Сейчас будем кушать. Что ты будешь делать? По полочкам хочешь разложить? А нет? Я хочу полочки. Полочки тебе папа сегодня сделает. Вот видите, сколько у них всего здесь. Куда теперь это все девать? Не знаю. А? Если хотите, если хочешь, Ксюша, положи что-нибудь в полочке, но не сильно не тяжелое, что-то такое легкое. Ничего. Ничего не хочешь? Вот, это, нужна, это можно на полочку посадить потом, когда у тебя будет полочка. Я потом, почему? Когда будет, я потом буду тебе не уже нужна складывать, это больше? Когда у меня уже будет полка. Потом шкатулочку я, можно на полочку. Книжечки можешь убрать пока вон туда, вон всю внутрь. Мам, а. Видишь, я вот сюда хочу. Ей нужно помыть волосы, мама, бальзамом. Ты же сказала, что нельзя. Можно мыть, мама, только бальзамом. Мам, я хочу вот сюда полочку. Ну да, полочка здесь будет. Либо две будут, либо будет одна выше, другая ниже. Потому да, что я думаю, одной будет мало. Да, я хочу одну внизу и одна наверху. Потому что наверху будут стоять мои... Бутылочки, бутылочки, пенки, угу. А внизу шкатулка и все такое красивое. Угу. Все. В общем, мы нашли полочки. Вот такие вот белые полочки будут. Да, Ксюш? Маргушка осталась дома, не захотела с нами ехать, она уже... Патру и есть там. Все. Все, идем дальше. Выбрали полочки. Что ты делаешь, Каролин? Макс у нас отдыхает, как всегда, в тележке. Ну, садись, вон пока освободил место. Соскучилась? Да? Долго нас не было, да? В общем, взяли мы. Так, это... Это для полотенец крючочки. Одна сидела, ты с подружками была. С подружками это было. Так, потом мы взяли шторки вот сюда в зал. Да. Что? Опять в зал шторки? Да, я хочу теснять. Хочу поменять, другие повесить. Посветлее чуть-чуть. Какие? Да. Еще такие большие. Еще длинная, в два раза такая вот. Вот такая мы еще купили. Да, вот такая вот маленькая, одну такую маленькую, и там одна вот такая еще длинная. Две. Ну да, получается каждому по две полочки. Сверлить нужно, сейчас не будем сверлить. Время у нас уже 9 часов, кстати.
Завтра будем сверлить. Еще купила вот такие вот рамочки для фотографий, белые именно. А то они у нас всякие там разноцветные. Вот эти можете тоже использовать, распечатать какие-нибудь фотографии. И на вот эту вот полочку вот так вот сможете поставить. Вот так вот. Светильничек свой можешь поставить потом. Вот, и я... И вот эти вот рамочки как раз заменила фотографии. То они у нас то черные, то желтая какая-то. Крутые вот. Полочки, так вот. Мама, вот такие. Да? Нет, шкатулочку ты уберешь вот сюда в тумбочку вниз внутрь. Нет, не поместится. Нет. Ты ее туда вон поставишь. А... На эту полочку ты можешь вот этот вот светильник вот этот можешь поставить. Свои вот эти вот бутылечки. А что он такой помятый? Он падал, что ли? Не знаю. Такой помятый прям. Разные бутылечки, там, не знаю, вот этот вот кошелечек, что-нибудь такое, да. Угу. Да, примерно вот так. Маленькую вот так вот повыше. Вот сюда вот. Да, а длинную пониже. А, кстати, еще Маргарите купили шатер. Ага. Тоже завтрак. Я не знаю, на что его вешать. Потому что у нас нет уже такой вот штучки. Вот этот крючок нужен какой-то. В общем, ладно, посмотрим. Мы еще вот эти цветовки купили. Еще купили цветочки. Цветочки купили искусственные. Потому что у нас вот эти орхидеи, они у нас долго почему-то не живут. Вот. Поэтому решили взять, чтобы за ними меньше ухаживать, вот такие вот. Искусственные, они тоже, да, похожи как настоящие. Еще какое, еще вот такое вот деревце, не знаю, кому поставлю. Ну, не мне. Не тебе? Ну, Маргарите, значит, такое вот тоже. Туда камушки насыпать беленькие, чтобы не было видно. И вот такое вот. Если будет на двери держаться, то хорошо. А если нет, то нехорошо. Сейчас посмотрим. Вот сюда вот я хотела прилепить. Чтобы они сюда вешали свои кигуруми, потому что они там сейчас на стуле висят. Висеть. Тут что-то приклеивали, надо отодрать вот это вот. От скотча. Упс. Что это там? Так. Одна мордашка. И вторая мордашка. Вот и все. Будут теперь у вас висеть они здесь. Так, а завтра мы попробуем прикрепить твой шатер. Угу. Хорошо? И полочки тоже прикрутить. Что у тебя валяется здесь? У вас осталось полчаса. Так вот день быстро проходит. Что теперь поделать? Завтра опять в школу. Скоро каникулы опять. В апреле, да? Какого числа у вас каникулы? В середине, да, где-то? Или в конце? Где-то недели 3, да? В общем, почти где-то через недели 3 уже каникулы опять. Ксюша, ты папе показала тест? Ксюнь? Ты папе тест показала? Нет. А папа у нас здесь мебель вытаскивает. Вот, теперь здесь у него не будет офиса. Все убрали. Компьютера нет. Девчонки, девчонки! Что? Надо искать мою папку. Я не знаю, где твоя папка. Я не знаю, где твоя папка, Маркуш. Ну что тебе будет в школе? Тебя выгонят со школы? Нет. Ну а что тогда переживаешь? Нету папки. Потому что... Я не знаю, где. Где твоя папочка? А что я скажу? Фрештайнер, я не знаю, где моя папка. Все? Да, вот так вот приди и скажи. Таким же тоном. Ну, я не знаю, но если действительно ты не знаешь, где твоя папка. Ну, надо искать. Ну, так ищи, что ты от меня-то хочешь. Я поискала. Когда я пришла домой,
я положила папку на стол. Потом Ксюша убирала. А потом я ее больше не видела. Ну смотри, мы убирали комнату, да? Папку мы не нашли. Значит, где папка может быть, Ксюша? Ты, Ксюша, папку убирала? Да. Маргарита говорит, что ты убирала папку. Все, девчонки, спокойной ночи. Это миленькая обезьянка. Это не обезьянка, это мишка, Ксюша. Это мишка. Я думаю, это мишка, потому что хвостика нет. А? Ага. Потому что обезьянки, вот у этой обезьянки, смотри, есть хвостик? Нет, у нее нету хвоста. Тоже нету? А, ну у них же не у всех, да, точно. У них не у всех же хвостики длинные. Я почему-то... Я почему-то подумала, что это... Что у всех. Все, спокойной ночи. Пока-пока. Не сняли эту карту, опять она висит у нас. Или еще будете такой же снимать челлендж? Да. Мне кажется, нужно было вам сделать немножко побольше этих попыток. 10, например, чтобы вам попалось больше всякого там. Это получается мало и... В следующий раз мы делаем 10. В следующий раз сделайте 10. Все? Все, ребята, пока. Не знаю, какой влог получился. В общем, собрали из двух дней. Не знаю, какой получится. А свет выключать нужно? Сколько там минут у нас будет влога? В общем, он у нас двухдневный получился. Так что все, всем пока. Мы пошли спать. Если будет мешать, выключишь. Нет, не мешает. Ну все, давайте. Макс, пойдем. Спать. Все, всем пока. Пока-пока.